приветики, приветики, ребят! Вы на канале Влада Вест, и сегодня мы играем в игру под названием ПКХД. И, ребятки, в этом видео я вам расскажу крутецкий баг, как высоко прыгать и быть большим, и потом быть под землей. Для этого нам нужен костюм Линда. Мы его одеваем, и нам нужно взять сок прыгучести. Мы должны его выпить, и потом мы должны одновременно нажать на кнопку увеличения и на костюм. Посмотрите, теперь я большая. И я высоко прыгаю. И сейчас также я смогу забраться на башню. С помощью шара, когда я на него запрыгиваю, я могу забраться на башню. Да-да-да, друзья. Теперь мы должны ждать, пока у меня действие увеличения закончится. Ребятки, у меня действие увеличения закончилось, и когда я делаю обычную одежду, я под землей. И если я хочу выбраться, то у меня не получается. Это также, если мы наденем любой костюм, например, вот этот, вот этот, вот этот. И этот мы все равно будем под землей. Но если мы оденем костюм Линды и увеличимся, мы должны ждать, пока у нас это увеличение закончится. И, ребята, у меня действие закончилось, и я просто падаю с земли. Да-да-да, ребятки. Ну ладно, ребятки, обнимашки-целовашки. Пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои клёвые крутые ролики. Обнимашки-целовашки. Пока, друзья.